Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию алгоритм проведения тренингов для родителей дошкольников по развитию коммуникации с детьми с использованием видеороликов, размещенных на образовательном портале дети.мосметод.ру в разделе «Школа московского воспитателя», вкладка «Тренинги для родителей». Шаг первый. Выберите одну из тем, анонсированных в разделе «Школа московского воспитателя», вкладка «Тренинги для родителей». Шаг второй. Пригласите родителей-воспитанников на онлайн-встречу для обсуждения темы. Шаг третий. В начале встречи организуйте просмотр видеоролика от автора портала дети.мосметод.ру, представляющий эффективную практику развития коммуникации с дошкольниками. Шаг четвертый. Организуйте обсуждение ролика и предложите родителям выбрать заинтересовавшие их советы и решения для использования в общении с детьми. Шаг пятый. Предоставьте родителям информацию о дополнительных материалах для организации игр и занятий, размещенных в рубриках «Взрослым о детях», «Играем круглый год», «Творческая мастерская», «Познаю мир», «Читаем с детьми». Заключительный шаг. Запланируйте через неделю онлайн-встречу для обсуждения результатов использования практик и приглашения к обсуждению следующей темы. Уважаемые коллеги, желаем вам успехов в организации проведения интересных и продуктивных тренингов для родителей.